Клименкова. Клименков еще на дугу. И здесь забивает сейчас трешка. Первая трешка в этом матче. Ее сбивает первый номер. Антон Ус. Кроме пятого, ну давайте просто состав представлю вам целиком. Трегубов 3 еще грузит, и поэтому команда кидает трешку у Сольцев. Сольцев отдает от Трегубова. Трегубов забивает сейчас. Причем Береснев. Береснев не попадает. Маяк добавил сейчас как-то чудом мяч в колени. Крытая скидка на Осипова. 3 от Осипова. Есть. Еще одна трешка. Пока просто какой-то разгром. По старчин ретро модели. А это такая ее переделанная версия. Гелин. Блок. Калитаев, ты чего? Калитаев сейчас вот прямо перегорел очень сильно. Я могу понять. Андрея многие игроки, они, знаете, вот за счет своего опыта играть видят их по-своему. То есть я не поддерживаю Калитаева в этом решении. Я не поддерживаю Елена и Малахова за их поведение. Но при этом я считаю, что и злой. Я не знаю, прям... Мне кажется, что это может чем-то плохим закончиться. Метельков, кстати, появился на паркете у Солтлейка. Здесь Демидов через руки просто забил. И два штрафных броска сейчас будет у Демидова. Все фолы пробиваются. Кивс перефолили кошмарно. И я прямо чувствую, что это какой-то... Это какой-то вот напряжение. Вчера был эпизод в матче, когда шел игрок, это был Буриков. Буриков не снял крестик, ему чуть руку сняли крестик, да, там как бы не случилось какого-то неприятного вот такого момента, но при этом попросили снять сразу же, потому что сначала судьи не заметили, а там вот буквально это было одно из Махова, мы сейчас можем наблюдать. Гулям Кадыров будет сейчас. Бросать штрафные первый. Точно. Бросать штрафные первый. Точно. Второй браток сейчас тоже залетает от Гуляма. Тут выдано. Малаков отдает сейчас передачу. Заброс на Маяка. Отдай на Елена. Хорошо! Отлично! Классно, кстати, в жизни смотрится. Вот про кроссовки тоже. Классно смотрятся эти кроссовки Дейма. Забивает сейчас еще Малахов из-под кольца. Она как-то идет конкретно, вот, собственно. Так, отмечаем, знаете, это обзор на кроссовки. В остальном я пока здесь не заметил какие-то сверхудивительные кроссы. Ну, вот только Boost Your Wear и Дейма. Забивается еще бросок у Сольцева. Малахов. Бросает из-под кольца, 2 очка, забивает сейчас. Сопротивление. Калитаев на паркет вернулся, также Трегубов сейчас вышел. Не позволяет игрокам Кивс набирать очки из краски стабильно. Классный пас от Береснева, 2 очка добавляет Васильев. Калитаев просел. Елена дает передачу на Васильева, и здесь Калитаев почему-то на 2 очка. Причем Павлов отдает на Калитаева, Калитаев на Гуляма Кадырова, Трегубов. 3, есть! Забивает сейчас. 15-й номер. Малахов первый забивает. Сопротивлением не точно, фола нет. Клименков отдает на Павлова. Павлов забивает. Елен даже не шел. На... Кадыров забивает сейчас первый. Кадыров забивает сейчас первый. Второй бросок. Гуляма тоже точен сейчас. Сейчас Клименков отдает передачу у Сольцева. И тут у Сольцев получение. Первый бросок Рыбакова точно. Времени очень мало останется после второго броска. На одно владение буквально.
покататься, бросает не точно. Перекладывает мяч Малахов, бросает и забивает, что это такое? Удивительный бросок. Еще на Калитаева, пас не получился, перехват от Малахова. Малахов убегает, а Калитаев вот там остался. Малахов легкие два очка из-под кольца. Как-то крался, но Елен, просто Елен и технически работает. Усольцев, мяч как-то пролетел на Усольцева. Трегубов не точно. Елена дает пас. Малахов против Клименкова. Классный евростеп. Туда. Малахов. Вот это. В ситуациях говорят, а где? Помню, Марк Соболевский тоже вопрошал. А что ты говоришь, что судьи-то правы, они же не правы. А я говорю, ну, я считаю, что правы. Тут вот такая. Летаев вот пару раз не удержались, а Малахов хорошо держится. Только вот лицо такое делает. Здесь хороший пас. Футбольный. И Малахов. Но здесь Малахов указывает, где именно фалили. Опять же, судьи здесь свисток не зафиксировали, следовательно, фола не было. Как бы там, может, за матч где-то в каких-то ситуациях поговорить с арбитрами. Но вы понимаете, там опять же, и эта команда сейчас в топе. Они спорят, они играют. И от этого аура вокруг них просто прекрасная, позитивная. А тут вот Salt Lake этими эпизодами создает плохой имидж себе. Рыбаков добавляется. 8:30. Salt Lake лидирует в третьей четверти сейчас. Усольцев. Придача отдает на Калитаева. Калитаев через руку Елена. Три есть. Андрей Калитаев забивается. Дает на Демидова. Заслон от Елена. Демидов сам проходит. Осипов пытается обороняться. И тут передача. И Рыбаков заранее там начал праздновать. Классный эпизод. Красивый. Осипов с сопротивлением добавляет. Вот так в ответ. В ответ на хороший бросок. Санрайз не думает о том, кто фалит, кто не фалит. Санрайз играет, понимая, что судьи делают свою работу. Это здорово, да, понятно. Эпизодически все команды могут поспорить с судьями. Но вот в целом впечатление хорошее от Санрайза. Ну просто подумайте, про Санрайз никто плохих слов не скажет. Забивает сейчас еще Рыбаков. Метельков ведет за лицо. Это Максимов был, да, извиняюсь. Я, по-моему, Метелькова Максимова назвал. Выбивает сейчас Максимов. Кадыров. Бросать штрафные сейчас будет. После штрафных останется буквально, ну, одно владение. Владение даже меньше. Забивает сейчас Калитаев. Бросок. Усольцев. Придача на Трегубова. Трегубов бросает 3. Малахов продолжает быть в астрале. Я даже зум хочу на это сделать. Вы можете посмотреть просто. Забивает и снова. И снова вот Коля. Вон Коля. Пока там Кипс не забивает. Но Коля сейчас добавит очки. Работает. Это классическая Salt Lake. Перехватывает сейчас мяч Salt Lake. Немножко Salt Lake упускает свое преимущество. Снова не дает передачу на Малахова. Демидов 2 очка добавил. Не знаю, как-то какой. Вся эта игра сгусток темной энергии. Правда, что-то такой еще, знаешь, не раскрывшийся. Вот по идее, если бы раскрылась эта темная энергия команды, вы просто подрались. Бывает Трегубов. Технически сейчас пробила команда Кивс. Salt Lake горит. Я этика, она присутствует. Калитаев пришел все-таки на свою команду. Он тренер, он представляет эту команду. Гулям Кадыров добавляет 2. Поэтому Калитаев к нему вот есть. Я не имею в виду каких-то отдельных личностей. Команда дементоры. Я понимаю вас. Я понимаю Андрея Елена, который говорит, ну, технически Малахову, а нога сломана. Калитаев забивает сейчас 3. В чатике, может быть, вы меня успокоите. Не, никто меня успокаивать не собирается, да. Тут такая у нас в чатике тишина. Я думаю, что все немного, ну, все понимают этот, комок негатива.
которые откашливают. Усольцев бросает. О! Усольцев! Три! Киев с мочевобров! Забрасывает на Трегубова. Трегубов. Еще пас. Усольцев хорошо вдоль лицевой. И тут можно забить. Легко. Один бросок для Рыбакова. Надо быстрее исполнять, потому что время здесь не в пользу Солт-Лейка. Поддерживает команду Киевс Александр Аверин. Рыбаков забивает. Но сейчас вот для Киевс тоже поддержка нужна. Они выигрывают этот матч. Пока что. Тут Васильев хорош. Дожал. Бил в слабое место. Солт-Лейк, собственно, и здесь развалился вот именно изнутри. Как-то они все перенервничали. А почему казаться здесь человеком, который там против игроков выступает? Я за игроков выступаю, я понимаю вас. Но так нервничать — это too much. Настолько Саня Калитаев получает. Васильев первый точно. Ну, друзья... уже, наверное, шансов у Солт-Лейка мало, но шансы пока какие-то призрачные есть. Забивает Васильев.